Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 92 на странице 54. Рассмотрите в картины галереи учебника репродукцию картины Ивана Трофимовича Хруцкого «Цветы и плоды». Вот мы видим эту картину. Понравилась ли вам картина? Чем? Что особенно привлекло ваше внимание? Цветы, ваза, плоды, цвет и форма плодов. В чем вы видите их красоту и привлекательность? Картина мне понравилась. Особенно понравился роскошный букет в вазе. Особое внимание привлекают цветы. Цветы большие, яркие. В этом их красота и привлекательность. Составьте по репродукции картины небольшой текст. Запишите его. Какие изученные части речи вы употребили в тексте? С какой целью? Итак, мы можем составить следующий текст. На картине Хруцкого «Цветы и плоды» изображены плоды и ваза с цветами в самом центре. Это роскошный букет с пышными, ярко-розовыми пионами, ирисами и другими цветами. Рядом с вазой стакан воды с долькой лимона. Художник изобразил на картине множество разнообразных плодов – груши, виноград, абрикоса. На втором плане можно увидеть тыкву, на которой лежит крупная гроздь винограда. Только талантливый художник способен изобразить такие предметы объемными, красивыми, словно подсвеченными теплым светом. Какие изученные части речи вы употребили в этом тексте? Мы употребили имена существительные, потому что мы должны были назвать те предметы, которые изобразил художник. Мы использовали также много имен прилагательных, потому что мы должны были описать, какой является букет, какие цветы, какие плоды. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.